Спецподразделения вооруженных сил Великобритании будут готовиться к противостоянию действиям России и Китая в различных частях мира. Об этом в интервью газете The Times заявил бригадир британской королевской морской пехоты Марк Тоттен. По его словам, в рамках нового подхода к национальной безопасности специальная авиадесантная служба, SAS, и служба десантных кораблей специального назначения, SBS, которые входят в состав британской армии ВМС соответственно, сосредоточиться на сдерживании больших государственных противников. Тоттен указал, что эти подразделения получат средства и время для подготовки к высокорискованным задачам, что требует детальной проработки и тренировки. Отмечается, что традиционные роли SAS и SBS в свете их переориентации возьмет на себя Королевская морская пехота, в составе которой будет создано спецподразделение. Управлять новым подразделением будет сам Тоттен. «Мы позволим SAS и SBS сфокусироваться на более сложных и комплексных задачах по противостоянию России и Китаю. Это требует реальной экспертной оценки, поэтому у них будет больше времени и больше кадровых ресурсов. Мы в свою очередь можем выполнять некоторые их задачи, например по борьбе с морским терроризмом», — подчеркнул он. Согласно источнику The Times в военных кругах, перед SAS и SBS также может быть поставлена задача по подготовке военнослужащих ВМС ряда государств в бассейне Южно-Китайского моря для защиты от угрозы со стороны Китая. Издание проинформировало, что армейские спецподразделения при проведении особо секретных операций могут действовать совместно со службой внешней разведки Соединенного Королевства Ми-6, например, при слежке за китайскими и российскими разведывательными и военными формированиями. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!